Саженцы розы чайный гибридный Princess de Monaco, Princess de Monaco, относятся к тем удивительным по своей красоте сортам, которые поражают воображение не только цветоводов, но и профессионалов, которые присуждают им награды на различных конкурсах. Бутоны этой розы выглядят так, как будто их окунули кончиками в розовую краску, которая затем приобретает малиновый оттенок и распространяется по всей поверхности лепестков в процессе их распускания. Интересно, что до конца цветки никогда не раскрываются, что добавляет им благородной скромности. Princess de Monaco отлично подходит для небольшого сада, так как не может похвастаться большими размерами куста. Роза чайно-гибридная Princess de Monaco – это кустарники высотой 80-100 см, диаметром 80 см. Окраска цветка бело-розовая. Розу чайно-гибридную Princess de Monaco создал Мейланд. Годом создания растения считается 1982. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.